каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, должны знать правила и условия выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда при чрезвычайных ситуациях. Данные правила применяются при недостаточности средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих уровней на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. В соответствии с требованиями правил и условий выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства республики при чрезвычайных ситуациях, утвержденных постановлением правительства, в список граждан включаются имеющие регистрацию по месту проживания. То есть граждане для получения суммы единовременной материальной помощи, признанные пострадавшими при ЧС, должны иметь прописку по месту проживания. Для своевременного включения граждан в списки пострадавших рекомендуется обращаться с заявлением и следующими обосновывающими документами в указанные сроки. В честь юбилейного празднования Дня Республики 15 августа на площади Арата запланировано проведение различных культурно-массовых мероприятий для гостей и жителей Тувы. В рамках мероприятий на площади состоится выставка-ярмарка местных товаропроизводителей, куда приглашаются предприниматели, реализующие местную продукцию. Организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства будет развернут мобильный консультационный пункт с участием бизнес-инкубатора. Фонд поддержки предпринимательства информационного центра туризма. Кроме того, отраслевыми министерствами запланировано проведение открытых консультаций для населения по некоторым жилищным вопросам, такие как обращение с твердыми коммунальными отходами, долевое строительство, пассажироперевозки. В Монголии завершился первый этап военного конного марафона, в котором участвуют кавалеристы из Тувы. Впереди у команд из Казахстана, Кыргызстана, Монголии и России смешанная эстафета на короткую дистанцию. Первые 3100 метров команда проходит пешком и выполняет различные задания. Затем следующие 4100 метров команда проезжает верхом на лошадях. Сегодня на полигоне Таван-Толгой в Монголии завершился первый этап международного конкурса «Конный марафон». Он включал в себя прохождение 130-километров марша по пересеченной местности, полного сложностей и неожиданностей. Российские горные стрелки лучше других проявили себя на этой дистанции, выполнив все задания без штрафов. Например, успешно заарканив двух лошадей, а на другом перевезли тонну боеприпасов. Всю вторую половину марафона команда России прошла в сложных погодных условиях, и только обширные знания военнослужащими из Кызыла о лошадях, а также большой опыт в их дрессировке, помог им довести всех лошадей до финиша. В настоящее время судьи подсчитывают результаты. Победитель марафона будет определяться решением судейской комиссии по наименьшему времени прохождения маршрута. Победителем станет отделение, проехавшее маршрут за самое короткое время. Напомним, конкурс стартовал 3 августа и закончится 8 августа награждением победителей. Пенсии работающих пенсионеров увеличатся с 1 августа. Их пересчитают, исходя из отчислений, которые работодатели делают в течение года в Пенсионный фонд России с заработных плат пожилых людей. Такой перерасчет делается ежегодно. По действующему законодательству пенсии работающих пенсионеров могут увеличиться не больше, чем на 3 балла. А это значит, что в этом году на 261 рубль, так как стоимость 1 балла на этот год установлена на уровне 87 рублей. Напомним, пенсии работающих пенсионеров индексируются каждый год с 1 января. В этом году увеличились на 7%, или в среднем на 1000 рублей. У работающих пенсионеров индексация не происходит. Точнее, происходит, но на бумаге. Проиндексированную пенсию они получат только после увольнения, а на руки они получат прежние суммы. И единственное, когда их пенсия может реально подрасти, это 1 августа. По предварительным данным, перерасчет страховых пенсий получат около 14 миллионов пенсионеров. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено более 10 миллиардов рублей.
Кызыльским городским судом удовлетворены исковые требования прокурора республики об обеспечении безопасности здания школы номер 14 в соответствии с требованиями строительных норм и правил в сейсмических районах. После землетрясения, произошедшего в декабре 2011 года, в январе и марте 2012 года проведено обследование здания 14-й школы, в результате которого составлено заключение об аварийности здания, принятии мер по сейсмоусилению его или сносе. В целях выполнения аварийно-восстановительных работ мэрии Кызыла в 2012 году составлен сводный сметный расчет на выполнение этих работ. В этой связи прокуратура республики в ноябре 2018 года инициировано проведение экспертизы технического состояния школы, по результатам которой научно-исследовательской лаборатории дано заключение об аварийности здания и наличии угрозы для жизни учащихся, учителей и посетителей школы. Учитывая имеющуюся угрозу жизни и здоровья учащихся 20 ноября прошлого года, прокуратура республики обратилась с исковым заявлением в суд к мэрии с прекращением дальнейшего его эксплуатации. На основании определения Кызыльского городского суда 3 апреля применены обеспечительные меры в виде запрета допуска несовершеннолетних в здание. Доводы прокуратуры республики подтвердила строительно-техническая экспертиза здания школы, назначенная судом, которой в том числе сделаны выводы о невозможности устранения дефектов до соответствия требованиям без разбора здания школы. Кызыльский городской суд, изучив представленные прокуратурой материалы, вывод экспертов, 1 августа вынес решение об удовлетворении искового заявления прокурора республики в полном объеме. Названы регионы с нехваткой врачей-онкологов. В Туве тоже недостаток врачей. В государственных клиниках 9 регионов России работают меньше 20 врачей-онкологов в каждом, из-за чего рак выявляют на поздних стадиях. Так, на весь Ненецкий автономный округ, где проживают 44 тысячи людей, приходится всего один врач, а на Чукотке с населением 49 тысяч – 3 врача. В Республике Алтай на 218 тысяч населения приходится 6 онкологов. В Еврейской автономной области 9 онкологов на 162 тысячи человек. В Калмыкии 12 на 275 тысяч человек. В Магаданской области, где проживают 144 тысячи человек, работают 12 онкологов. В Туве с населением в 322 тысячи человек – 14. В Камчатском крае 16 врачей, в Хакасии же 19. В еще 22 регионах насчитывается менее 35 онкологов. Там, где меньше всего онкологов, более 40% онкозаболеваний выявляют на третьей и четвертой стадии, что снижает шансы пациентов на выздоровление. Министерство образования и науки республики проводит августовское педагогическое совещание 23 августа по теме «Национальный проект образования. От государственной стратегии к педагогическим практикам». Программа конференции включает пленарное заседание, в секциях выставку программных продуктов и научно-методических материалов, представленных организаторами и участниками августовского совещания. В настоящее время идет подготовка повестки пленарного заседания и программы августовского совещания. В рамках августовского совещания будут работать 5 площадок и 15 секций. Рекомендованные Министерством образования и науки России вопросы включены для обсуждения в рамках работы секции. Учитель будущего, реализация национального проекта образования, создание современной образовательной среды через развитую инфраструктуру в учебных заведениях, поиски и поощрение талантливых молодых людей, развитие эффективной системы дополнительного образования детей, подготовка высококвалифицированных специалистов на основе передовых технологий, разработка основной образовательной программы среднего общего образования, реализация предметных областей, родной язык и литературное чтение на родном языке на уровне начального общего образования, родной язык и родная литература на уровне основного общего образования, деятельность сетевых профильных классов и многое другое. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах. От Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Переплата по займам такая маленькая.
совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. По республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, возможен град. В Кызыле переменная облачность без осадков, возможна гроза. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17 градусов, днем плюс 32, плюс 34 градуса. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам.